Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Всем привет, ребята! С вами я, Кирюша. И, короче, хочу вам рассказать, что вчера на реальном канале вышел крутой видосик. Вот, обязательно сейчас перейдите по ссылочке в описании и посмотрите, ребята. Вот, он очень интересный. Так, а я сейчас отвечу на телефон и вам еще кое-что расскажу. Алло? Алло? О, привет, баб. А? У меня, короче, какая-то беда случилась. Ты сейчас вообще не поверишь, когда придешь. Все, давай приходи. Бабка, что случилось? Алло? Алло? Блин, ребята. Что у нее там случилось? Бедень какая-то. Ладненько, полетели, короче, ребята. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. И, короче... Короче, ребята, как вы смотрите на то, вот у вас же там с декабря многие написали, что будут каникулы и так далее, как вы смотрите на то, может быть, по несколько роликов в день выпускать, ребят, напишите в комментариях, будет ли вам интересно, чтобы я выпускал на одном канале по несколько роликов в день, а, ребята, напишите в комментариях, да или нет, будете успевать смотреть или нет, так, а я, ладно, к бабке домой, бабка, ты где? Я тут остаю при входе. Чё такое? Короче, беда. Какая? Смотри, кто ко мне приперся. В смысле приперся? И чё такое? Представляешь? Это детская горка. Она со мной разговаривала. Чего? Это детская горка пожиратель, что ли? Я тебе серьезно говорю, она со мной разговаривала. Так это детская горка пожиратель, правильно? Ну да. Как она может разговаривать? Она же вон не разговаривает. Ну так ты поговори с ней, можно с тобой поговорить, да, горка? Привет, детская горка. Эй, ты же со мной поговоришь? Ты же сейчас только болтала тут без умолку. Бабка, а что она говорила-то? Ну вот, типа вот, я хочу то, я хочу это, давайте быстро, быстро. Бабка, мне кажется, ты меня сейчас обманываешь. Ну, хорошо. Хорошо, обманывай. Значит, иди тогда снеси ее. Нет, бабка, давай ты ее снеси. Че ты горку боишься? Нет, а что ты? Иди давай, иди. Я не хочу. Ну все тогда. А сейчас я снесу, а ты мне потом полдома взорвешь. Она разговаривала. Ну тогда убери ее, че, раз она не разговаривает. Ну давай ты убери, иди. Нет, ты убери. Давай ты с одной стороны, а я с другой. Ладно, хорошо. Все, давай. Готово? Давай, готово. Все, убираем сейчас, да. Не трогайте меня, не трогайте. Чего? Видишь? Видишь? Я тебе говорила, что она разговаривает. Если вы меня тронете, я вас трону. Чего это? Бабка, как она нас тронет, если она лестница, по сути? Откуда я... Ты меня спрашиваешь? Нет, ты меня, что ли, спрашиваешь? Бабка, ну иди убери тогда кусок. Попробуйте. Попробую, чё? Получай. Чего получать? А чё бабка получила? А теперь давай на полу тоже. В смысле, вот же стоит. Чё она чешет вообще? Что за фигня? Баб, ты меня разводишь. Иди-ка сюда. Чего? Ой. А где половинка дома? Бабка, у тебя кажется кусок дома куда-то ушел. А я сейчас не поняла. Так, ну-ка, быстро вернула мне дом. Офигеть, тут даже кусок кровати, ребята, нету. В смысле нет? Мальчик, хочешь меня? Чего хочешь? Ну-ка. Чего? Ты слышишь, она с тобой разговаривает, ты глухня, нет, что бабка, ли? Нет, бабка, я ее вообще не слышу, баб. Ты бестолочь, да? Вот ты реально бестолочь, она тебе сказала. Тебе что, я переводчиком, что ли, должна да, слышать, давай. Что ли? Чего? Ага, сейчас! Что она сказала? Я собираюсь тебе переводить, если ты глухня. Бабка, что она сказала-то? Надо было слушать. Ну, баб. Она сказала, что попробуй ее сломай, твоего дома тоже а, не будет. Не, давай лучше. Чего ты от нас хочешь? Да, давайте. Хотите жить в своих домах? Хорошо, я у тебя сейчас даже починю. Условия? Какие, блин, нафиг условия? Вы да, давай, что ты хочешь? Хочу здесь детскую площадку. Так ты и есть же площадка. А, может быть... Я хочу здесь песок. Я хочу здесь бой. Я все хочу. Да? А губозакаталку ты не хочешь? Да, вот. Ты не хочешь? Ты лишаешься еще половины рук. Не, подожди, нет, стоять. Он сейчас все сделает, да? А в смысле он, бабка, ты сейчас поможешь мне? Так. Собираюсь тебе помогать, я тебе тут это... Как его... Ой, господи, переводчиком работала. Подрабатывала, так сказать. Да давай это, очищай, бабка. Зачем? Надо что-то придумать, я не хочу на нее работать. Ну, там шепчет. Да это мы о своем, кто что работает. Я не знаю, вот это вот, она просто разговаривать не умеет нормально. А ты нас не слышишь, да? Я все слышу.
А? Папка. Что делаем-то мы вообще? Мы делаем бассейн. Бассейн, пожалуйста. Ну я вот, я же шарю, что надо делать, конечно. Капец, а что тебе нужно делать-то вообще, сфигали? Да, вот это. Вот в горке, так сказать, это, подчиняться, а? О. Не, ну бабка, иначе она нас разберет. Ну, не нас, а наши дома. Да. Ой, господи, почему все время на бабушкину голову что-то сваливается, а? Бабка, надо какой-то план придумать. Сваливается. Ты меня слышишь? Чего? Надо что-то придумать, какой-то план. Какой? Придумывай. Как это ее истребить отсюда? Как? У тебя есть идеи? У меня нет идей, но надо это сделать, потому что это меня бесит. Я не хочу, чтобы возле моего дома терлись непонятно кто. Бабка, ну а как это все? Непонятно кто, я вот. Пожрать, я могу тебя пожрать. Я тебя пожру. Все, успокойся. Никто тебя уже не собирается пожрать. Все. Да. И ты нас, пожалуйста, не пожирай. Так. И что? Так, пойду песочек делать. Надо придумать. Может быть, ее взорвать. Что, идеи нету? Может, ее взорвать? Сейчас я тебя взорву. А, да это я не про тебя, это я про бабку. Да, это он про меня, он меня каждый день срывать хочет. На самом деле, я ее так люблю троллить, она постоянно так нервничает, ой. Так ты будешь не трогать то, что я делаю? Ты будешь трогать то, что я не делаю, так? Вот именно, ты замучил уже, сейчас один будешь делать все. Так, может быть, бабка, а может ее динамит, ой, и бедроком прикрыть? Ну и че, и будет у меня тут еще коробка что ли стоять? Ты че совсем? Блин, че, точно. Давай думай уже своей головой, ты да, для чего тебе голова-то дана? Да, че придумать-то, ребята? Так, лежаки так. Надо сюда, нет? Конечно, надо, чтобы дети. Кружки надо. А ты что, собралась детей жрать? Нет, детей я люблю, я с ними играть люблю. А взрослых не знаю. Вот оно что. Папка, у тебя тут будет визг стоять, понятно, короче. Я вам тут устрою такой визг, да, писк устрою. Че только я вам тут не устрою. Сами все сбежите, так сказать, бабушка. Вам еще кто-то такого даст. Я, кажется, что-то придумал. Что? Короче, мы берем вид. Пойдем. Мой, мы сейчас руки помоем и вернемся. Так помойте в бассейн. Нет, ты что, мы бассейн грязь не будем. Надо же мыло все-таки. Надо да. Мыло. Обязательно с мылом надо ручки да, мыть. Да, да, да. Короче, бак. Я придумал, мы берем ведро, уничтожающее мир. В смысле, ты что, и мой выливаем. Мир уничтожится? Да подожди, и выливаем ее на горку. Ведро уничтожает горку, а потом эту штуку мы уничтожаем динамитами. Ну, немножко пострадает, но не все. Это сработает? Ну, она ее сожрет, и все, конечно. Точно сработает? Ну, по крайней мере, мы попробуем. Ну, давай, скажи, так. Что это новый аттракцион. Да. Новый аттракцион, скажи. Да. Ребята, вы готовы? Ой, ручки чистые! А я такой аттракцион интересный придумал. Хочешь, покажу, горка? Тебе понравится. Ой, он такой выдумщик, ты бы знал только. Да. Аттракцион, это вообще просто невиданной щедрости. Это мой конек. Да, да. Не понравится, или я тебе сажу. Не, ну если не понравится, просто скажешь, и я уберу, хорошо? Хорошо. Все, готовы? Ну да, все. Да, я ну, готова. Все, хорошо, все, ставлю. Но? Смотри, какой. Ой, что со мной? Я исчезаю, я обманула. Ой, кажется... Кажется, кажется, что-то пошло не так. Ой, бабк, не то ведро какое-то, кажись. Ой, а что ж делать-то? Ой, бассейн сейчас тоже сожрется. Что делать-то? А теперь взрывай, бабка, скорее взрывай. Кого? Кем? Фиолетовую штуку. Ага, ой, это на мой дом-то, ты что, не надо? Так, бабка, давай, бабка, помогай. Не надо. А кто это вообще устанавливать-то все будет, да? Да, бабка, главное, что мы его убрали уже. Успевай. Я вроде пытаюсь, а она что-то идет дальше. Вот там что? Кусочек еще, вот там. Все? Фух. Нифига себе дырень. Бабка, зато... Нифига себе, бабушки, аттракцион веселье тут, а? Бабка, ну, зато горки нету. Офигеть, короче, слышишь? Чего? И бери жителей, чтобы сейчас инструменты взяли, пришли мне все починить. Бабка, спасибо, где? Если я с утра выйду и будет не починено, у вас такая же дыра будет перед вашими домами. Бабка, ну, спасибо, где? Я все сказала!
А, ну и ладно, и сама ребята, короче, я не знаю, но я спас, короче, наш мир, мне кажется, от этой детской горки пожирать. Иначе бы она всех нас сожрала бы рано или поздно. Сейчас ей песочек, потом водичку, потом еще что-нибудь, потом еще что-нибудь. И так бы она, мне кажется, нас использовала бы очень-очень долго. Ну а так мы, в общем-то, ее истребили, и все хорошо. Все, ребята, я погнал отдыхать, а вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах. Всем удачки, всем пока-пока, ребята.